Неуверенность – это нормально, и это очень хорошо. Как только вы чувствуете себя уверенными, с одной стороны, ваша жизнь закончилась. Даже вот в профессии, вот вы что-то начинаете делать совершенно уверенно, да? Это же какая начинается скука, да? В этом же нету драйва, в этом нету исследования, в этом нету познания, да? Вы все уверены. Вот. Поэтому неуверенность – это хорошо. С другой стороны, понимаете, неуверенность используют как способ защиты от действий. Вот я не уверен, поэтому не буду делать. Но это же абсурд. То есть если ты не уверен, то как раз надо делать, чтобы узнать, обрести навык, получить опыт там и так далее. Поэтому никогда не прячьтесь за неуверенностью. Превозмогайте себя. Да, можно чуть-чуть бояться, и что не справишься, не получится там и так далее. Но если ты не делаешь, то и точно не получится. То есть ты уже проиграл, по сути дела. Поэтому используйте шансы, которые у вас есть. Не прячьтесь за неуверенностью.